Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Приветствую вас на канале Процветок. Отвечаю на вопрос, как можно использовать костную муку для растений. Костная мука для растений является трудноусваиваемым органическим удобрением, источником в основном фосфора. При перекопке почвы хорошо добавлять примерно 200 грамм костной муки на 1 квадратный метр. Но это чуть меньше стакана, она вообще бывает разная, бывает обезжиренная, бывает не обезжиренная, но в целом общая рекомендация такая 200 грамм на квадратный метр почвы под перекопку. Если же вы садите растение в лунке, например, рассаду или луковицы или еще что-то, то примерно 15 грамм. Это около 1 столовой ложки, равномерно распределить с почвой внутри лунки и можно смело высаживать туда растения. Но надо помнить, что костная мука является труднодоступным источником фосфора для растений, поэтому обязательно нужно использовать фосфат мобилизующих бактерий. Их можно найти в препаратах фосфовит, фосфатовит. Вот, и обязательно их надо подкармливать безазотистыми подкормками, для того, чтобы эти бактерии находили себе пищу, хорошо развивались в почве, ну и вообще всячески поддерживать там микрофлору. Иначе эта костная мука будет очень трудно доступна растениям, практически недоступна. Всего хорошего!